Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Сітаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас в нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 1 травня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із ось такої заяви військового журналіста Юрія Бутусова. Він говорить про те, що Офіс президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова, а на його місце призначать Рустема Умєрова. І причина – поступова зачистка Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Володимира Зеленського самостійно, без узгодження із ним. Крім того, мова йде також про те, що начебто Єрмак одночасно намагається дискредитувати в очах президента, віце-прем'єра Михайла Федорова, а також голову СБУ Василя Малюка. Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко спростував цю інформацію. Він сказав, що все це дестабілізує роботу уряду та керівництва держави і говорить про те, що поширення цього фейку в умовах російського гіпсу оборони легітимність української влади є безвідповідально. Романе Григоровичу, як цю ситуацію зі свого боку бачите ви? Ну, скорее всего, идет пробой отношений к определенным действиям. Так всегда делает руководство, то есть забрасывает сначала слухи, а потом это как камень бросить в реку, и отраженная волна где-то от чего-то отразится, увидеть от чего и в каком виде. То есть снять температуру по палате, ну, вот примерно так. Вот такие, в чем вбрасывание идет, и это может быть со всех, с любых площадок, с любого утюга, а потом специалисты, которые разбираются в этих вопросах, социологи, они определяют то или иное настроение общества, так или по-другому, как к нему отнесутся. В основном это всегда слухи. Слухи как раз вот в этом смысле для снятия температуры, то есть посмотреть, откуда отразится волна. Из реалий, если из действий смотреть, так дело не в снятии Умерова, или там назначение его куда-то, а дело в назначении на должность министра обороны профпригодного бывшего военнослужащего. Я специально так говорю бывшего, почему? Потому что у нас Министерство обороны должен возглавлять гражданское лицо, а бывший военнослужащий имеется в виду либо в отставке, либо в запасе, это гражданское лицо. То есть в таком режиме, вот как Ллойд Остин, мы это уже неоднократно говорили, вот положительно общество и особенно армия восприняло бы назначение на должность министра обороны именно такого человека. Уровня Залужного генерала, уровня генерала Шапталы, генерала Наева. Ну, то есть мы знаем эту плеяду генералов, которые бы выполнили боевую задачу. Тут важно именно профпригодность, то есть базовое военное образование, причем 4 уровней это минимум, то есть училище, плюс 2 академии, и академию генштаба однозначно. Это как человек должен разбираться, почему, допустим, Шаптала на 100% подошел бы к этой должности, это начальник генштаба, экс-начальник генштаба, потому он прекрасно знает задачи Министерства обороны. У нас есть эти, если бы у нас их не было, был бы другой вопрос, у нас есть эти люди. С генералом Залужным ушло больше десятка генералов. И они все толковые руководители, все практически, это одна команда, которая выполняла боевую задачу, удержала российские войска в 22-м году, то есть выполнила основную, на тот момент, основные мероприятия. Потому любой практически генерал из этой команды, любой другой генерал, у которого есть как минимум 2 академии, это одна из них должна быть академия генштаба, это однозначно. То есть справиться с этой работой, и здесь уже не важно кого, то есть все будет зависеть от того, как этот министр обороны вольется в общую команду. Здесь есть свои нюансы, они должны быть выровнены. Поэтому вот это бы действие, оно действительно бы принесло, во-первых, рейтинг власти, подняло его, он сейчас шатается и довольно-таки серьезно шатается. Подняла бы рейтинг власти, плюс реальные действия принесли, то есть для вооруженных сил Украины и для общества в том числе, потому что любой генерал на должности Министерства обороны, ну, однозначно лучше, допустим, того же Умерова, как бы мы к нему ни относились. У Умерова есть свое базовое образование, он может хорошо себя показывать на той должности, показать себя на той должности, на которой
у которого у него есть именно это образование. Потому, а уже куда и как, это все будет зависеть от решения тех людей, от которых это зависит. Будемо слідкувати за тим, як будуть тут розвиватися події, якщо буде з'являтися свіжа інформація, зокрема, також проговоримо ще у нашому зомі ефірі. Мережами шириться відео удару по російській тренувальній базі, мова про Луганську область, 85 кілометрів від лінії фронту, поблизу села Кубань. Перший удар – це скупчення піхоти, другий – приліт ракети у тому ж районі. І якби стверджують про те, що це могли бути атакамси. Роман Григорович, якби ви оцінили, як ціль саме так, ось те, що відбулося, чи дійсно це могли бути знову ж таки атакамси? Да, скорее всего, это ракета М-39, то есть дальность не позволяет «Хаймерсам» работать ракета М-31, все-таки у нее дальность меньше километров на 5 от линии фронта, а «Хаймерсы» к линии фронта не подходят, потому ракета М-31 туда бы не достала, а вот «Атакамсы» М-39 туда однозначно достанут, либо любой другой «Атакам» с большей дальностью, ну вот, по крайней мере, от М-39, от 100 миль и дальше можно было работать. Скорее всего, это работа «Атакамсов». Дело в том, что, ну, по некоторым данным, не один десяток «Атакамсов» к нам заходит, а есть надежда, что мы получим и несколько сотен этих «Атакамсов». Почему? Потому что сняты 500 ракет, сняты с боевого дежурства под новые ракеты «Пересм». Американцы сейчас заводят эту ракету, 500-километровую ракету «Пересм». Причем она удобнее, потому что в каждом пакете не одна, как «Атакамс», а две ракеты «Пересм». То есть здесь уже такой дальнейший шаг и модернизация этих ракет для «Хаймерсов». Потому у нас есть реальная возможность получить сотни ракет. А раз сотни ракет мы получим, то значит практически вся, не только украинский Крым, а и вся оккупированная территория Украины, военные базы российские будут под ударом, под мощными ударами. А снять информацию, допустим, о расположении россиян, ну сейчас легче легкого. Ллойд Остін, до речі, сказав, що Сполучені Штати Америки дадуть атакамсів стільки, скільки зможуть. Роман Григорович, а в принципі, першочергова задача, знову ж таки, це от ураження ось цими ракетами, саме скупчення, ну, мається на увазі живої сили, чи тут більше і мова йде, і, ну, про техніку мається на увазі, як першочергова задача? Основная задача любой армии, которая обороняется, это уничтожение армии противника, которая наступает. Это основная задача. Освобождение территории, следствие выполнения основной задачи. И как только есть средства для выполнения первой задачи, уничтожение личного состава, техники, механизмов доставки, логистических цепочек, пунктов управления, авиационной техники, топлива, приемников и все инфраструктуры поддержки, и это сразу же надо использовать. То есть появились атакамсы, они тут же должны идти в работу. Задача основная этих машин, то есть этих средств, это уничтожение личного состава и техники противника. Атакамсы, в основном те, которые мы видим, это кассетные, даже и М-39, и М-39-1, с 300-километровой дальностью, это кассетники. В первом случае в М-39 со 100-мильной дальностью это 950 субоеприпасов М-74 с хорошей площадью покрытия. Во втором случае с дальностью 300 километров ракеты М-39А1 это 275 субоеприпасов М-74. То есть 3 раза меньше, но тем не менее на большей дальности выполняет боевую задачу. Потому как только есть возможность нанести удар по площади, на которой находится либо личный состав, либо авиационная техника, либо техника, которую могут повредить субоеприпасы М-74, тут же будет это наноситься. Система сейчас слежения запущена наша на максимал. Работают наши партизаны, работают разведка, которая разведывает, уточняет задачи, потом подтверждает поражение. То есть это целый механизм корректировки огня под именно атакамсы. А то, что Остин сказал, что столько, сколько можем, так вот я уже говорю, сколько могут. До 500 ракет они могут, в принципе, нам передать. До 500 атакамсов.
Удар був по нафтопереробному заводі, так, у Рязанській області, зокрема, і повідомляється про те, що це була операція головного управління розвідки Міністерства оборони, відомо про те, що туди прилетіли безпілотники, хоча якби офіційних інших даних наразі немає, але в телеграм-каналах повідомлялось про те, що горіла установка первинної переробки нафти після цієї атаки. Можливо, вам відомо щось більше про цю атаку? Мы про эту установку уже как минимум полгода говорим, что именно она основная, если ее вывести в любом НПЗ, предварительной подготовки нефти, если ее вывести из строя, весь остальной НПЗ он просто остановится, он ничего сделать не может без этой установки. Естественно, это основная цель беспилотников на любом НПЗ. Та же самая картина кислородный цех на металлургическом комбинате, ну и так далее, и тому подобное. Есть вот такие реперные точки. В любом большом производстве есть одна реперная, может быть, несколько реперных точек, вывод из строя которых выводит весь завод или все производство, останавливает их его до замены. Потому, естественно, это основная задача. И вот четко это понятно, что мы туда попали. Неважно, это было ГУР, служба безопасности, силы спецоперации. Ну, есть информация, если это ГУР, ну, пусть это будет ГУР. Главное управление разведки выполнило эту задачу. Санкции Малюка, пусть будет это так, только в исполнении главного управления разведки пусть будет санкции Буданова. Неважно. Главное уничтожение углеводородки российской. Мы уже как минимум где-то 15% уничтожили российского производства, вернее, переработки нефти, это очень хорошо. Рязанский завод, кстати, один из самых больших в России, это уровня того же Омского. В Омском заводе это около 20 миллионов тонн нефти в год перерабатывается, в Рязанском 18 миллионов, тем более Рязанский завод производит авиационный керосин, а там очень большая авиационная база в Рязани. Уже не говоря о Рязанском сахаре, если помните, что это такое. То есть когда-то остановились взрывы домов именно в Рязани. Оттуда и пошел этот мем «Рязанский сахар». В Рязани есть база Дягилева, на которой базировалось в свое время Ту-22, Ту-95. Там был очень большой центр переподготовки летного состава. Там авиационный центр, авиационный завод ремонтный, ну и так, то есть большая авиационная база, которая завязана как раз на этом авиационном керосине, который производит Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Я думаю, это уже второй удар по этому заводу, я думаю, будет продолжено уничтожение НПЗ. Это уже понятно, что наши спецслужбы, ну, мягко так скажем, не афишируют это действие в информационном потоке. Мы можем просто догадываться, что продолжается работа по уничтожению углеводородки и будет продолжаться, пока вся углеводородная отрасль России не будет помножена на ноль. Почему так надо делать? Потому что наши партнеры, великие американцы, сняли санкции с десятка российских банков вот в течение двух дней назад. И сейчас россияне будут получать за углеводородку доллары. Поэтому лучше, чем санкции Малюка, санкции Буданова, уже не сработают. Американцы пошли на попятную, пошли в фарватере российской политики. Сейчас нам дали 61 миллиард, расписали, по крайней мере, 61 миллиард. Отсняв с десятка банков России санкции, российская экономика получит 600 миллиардов, а то и больше, в зависимости от наполнения. Потому вот такой двойной подход, и нашим, и вашим, только получается нашим меньше в 10 раз, чем вашим. Потому к американцам надо так и относиться, накладывать свои санкции не намного действий. И вот если уничтожить всю водородку российскую, вернее, углеводородную отрасль российскую, так ни одна санкция им просто не поможет. Открытие банков, закрытие банков, нечего будет прогонять. Окупанти вдарили, Роман Григорович, я думаю, по Харкову, так є там і зруйновані будинки, і жертви постраждали. Також окупанти вдарили і по Одесі. І от повідомляється, за офіційна влада, зокрема, говорить про те, що вже кількість жертв зросла до 6 осіб. Скажіть, будь ласка, чому останнім часом у центрі уваги окупантів, от саме Одеса та Харків? Діло в тому, що, скоріше всього, росіяни намагаються перші зашедші патріоти, які зараз будуть заходити,
расположить не на линии фронта, ну, это имеется в виду вот такими действиями, я как раз не оговорился, именно россиян, то есть действиями такого уровня, они будут вынуждать наше руководство, патриоты, допустим, не отдать под F-16, которые будут заходить в ближайшее время, а именно на прикрытие городов. Это такая террористическая тактика, то есть продолжается геноцидный режим, но тем не менее она действенная с точки зрения россиян. То есть они сразу обозначают те города, по которым будут бить и дальше, если они не будут прикрыты, допустим, патриотами. Вот так они оголяют некоторые наши участки на линии фронта и пытаются не дать возможности тем же F-16 работать в полную мощь. Так как однозначно даже одной бригаде, которая будет работать на одном из направлений, это около 40 самолетов, однозначно нужен один, как минимум один Патриот, а лучше, конечно, два, в зависимости от задач. Потому это будет продолжаться, пока мы не получим достаточное количество Патриотов и СМТ. То есть это количество должно исчисляться не единицами, а десятками. Вот пока не будет принято решение передавать нам десятки патриотов, это возможность есть такая у тех же американцев, но для этого нужен ленд-лиз, то есть надо запустить систему ленд-лиза, которую сейчас как раз одни из сенаторов запускают, пытаются запустить, и под ленд-лиз получить хотя бы пару десятков патриотов, которые тогда уже их хватит, ну, практически всем, включая F-16 в том числе. Тобто можна зробити висновок, що окупанти таким чином готуються якраз до появи F-16? Да. Це підготовка, так і є. Тобто вони намагаються уменьшити плотність нашої ПВО, яка буде працювати іменно під F-16, розтягнув її по вот таким локаціям. Чому і б'ють і по Одесі, і по Харкову. Ну, однозначно, тут без варіантів. Треба закривати і Одесу, і Харків, і Херсон, і Запорожжя, Дніпро, Суми. Надо будет закрывать зашедшими патриотами, а уже дальше использовать уже патриот развернутый. Вот, допустим, патриот развернутый над Харьковом может работать в связке с F-16 по этому направлению, то есть по белгородскому направлению. Просто использовать уже исходя из наличия этих систем. Є заява від начальника прес-служби прикордонного загону «Сталевий кордон» Шумцова. Він сказав про те, що окупанти можуть розпочати новий наступ 9 травня на всіх напрямках фронту. Його цитата: у росіян дедлайн 9 травня. До 9 травня вони планують розпочати наступальні дії на сході країни та інших напрямках. Роман Григорович, ну, інші напрямки, як ви вважаєте, про що знову ж таки може йти мова? Чи може побути це пов'язано, зокрема, зі скупченням, ну, сили ворога там невелике, але є так у Білгородській області, а також на території Курської області. Ну, тобто, як ви до цієї заяви ставитесь? Ну, росіяни не будуть нічого нового починати. Вони продовжують. Тобто, у них осталось достатнє кількість сил, средств після небольшого, але достатньо після зимнього наступлення для того, щоб, допустим, на двох площадках організувати давлення. От вони організували в районі Черетина, в районе Часовьяра. По другим направлениям могут однозначно использовать некоторые наступательные, то есть развернуть наступательные операции, но они будут локальные, то есть они будут для того, чтобы оттянуть наши войска, растянуть их по фронту для продавливания основного направления на Донбассе. У россиян это все расписано в Конституции, мы уже сколько раз об этом говорили. Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Вот у них задача основная. Все остальные какие-то действия, движения, топтания, это только для отвлечения внимания, не более того. Поэтому сосредотачиваться надо именно на удержании направлений в Луганской и Донецкой областях. Роман Григорович, а давайте от уявімо, от, наприклад, ви говорите про те, що можуть розпочатися такі дії для того, щоб відволікти і розтягнути, відволікти нашу увагу, розтягнути фронт. Ну, тобто Чернігів, Суми, так? Тобто там що може бути? Проникнення ДРГ і Білгород. Ну, тобто який це сценарій? ДРГ зараз намагається прорватися. Некоторі частини в районі того ж Білгорода, ну, вони більше розположені якраз для оборони. Тобто треба просто розуміти, у них же теж проблема велика. Направление на Москву в крайне пуганных идиотов, мем это уже, наверное, как минимум с год, так он и есть, ничего ж не исчезло у них. У них общее направление на Москву с Украины, оно открытое. Они сейчас пытаются там кадыровцев где-то на перехват отправить километров за 150-200,
от линии границы, но для прикрытия Москвы. Где-то в районе Белгорода, понимая, вот те же топтания нескольких тысяч россиян происходит. Они, в принципе, это возможно, то есть они могут поставить какую-то задачу для того, чтобы пошли нанести какие-то удары по приграничным областям, в том числе и какие-то наземные операции. То есть это тоже возможно, от этого нельзя полностью отмахнуться, но это локальные, то есть это такие комариные укусы, я бы так сказал, если считать, что слон — это полумиллионная российская армия на территории Украины, которая сейчас расположена на оккупированной территории. То есть полмиллиона, допустим, на Донбассе, на Запорожщине и Херсонщине, а несколько тысяч там где-то в районе Белгорода, да они ничего там не сделают. Но потоптаться однозначно смогут. Почему? Потому что, чтобы связать наши войска, которые связать, в каком смысле? Чтобы не было принято решение, допустим, перебросить бригаду из-под Харькова, допустим, в сторону Часовья или в сторону того же Очеретина. Вот только для этого они могут организовать какие-то провокации. Но еще раз повторюсь, это не будут широкомасштабные действия, это могут быть просто провокации и не более того. Может быть, даже в составе тех групп ДРГ, так называемых, которые сейчас работают, пытаются работать на Черниговщине, на Сумщине, ну, естественно, на Харьковщине. Никаких глобальных наступательных действий по этим направлениям точно не будет. Якщо говорити більш детально про ситуацію на фронті, от, зокрема, Сили оборони відновили позиції східніше Ямполівки, так є інформація. Паралельно є інформація про те, що ворог захопив Керамік та Новокалинове, а також просунувся біля Новоолександрівки та в Урожайному. Ситуація в роботі не уточнюється. І є інформація про те, що в цілому Росія захопила 6-й населений пункт у Донецькій області за тиждень. Ну, тобто ось ця тенденція. Чи можна це говорити про тенденцію, чи це такий, ну, якби просто період, ну, того часу, коли прийде знову ж таки західна зброя? Тому що президент Володимир Зеленський, він би якби просить пришвидшити всі ці поставки зброї. Ну, росіяни беруть те, що ми їм даємо. Ну, тобто там, де ми уперлись і стоїмо, там, де у нас достатньо кількість сил, средств, вони ж нігде не двигаються, а іноді і провалюються, як от в Ямполовці це произошло. А там, где мы даем, допустим, им продвинуться, они однозначно будут двигаться. Район Очеретина. Это Донецкое направление, Авдеевское направление. Недостаток боеприпасов – это одно. Сейчас остро стоит вопрос в личном составе. В личном составе, которого сейчас не хватает, больше, как минимум, больше половины на некоторых участках. Это все прекрасно понимают. И те вопросы, которые пытаются сейчас с помощью этих коррупционных законов мобилизационных типа решить, они решат вопрос набить карманы тем чиновникам, которые придумали этот закон, но они не решат вопрос увеличения количества личного состава, допустим, в районе, непосредственно, допустим, в районе Очеретина. Не получится это, то есть это практически нереально. Единственный механизм, как решить эту проблему, помимо того, что сейчас заходит вооружение, нужен личный состав. Это поставить строй силовиков. Вот тех силовиков, которые сейчас выползли, я только так это могу сказать, сам сейчас за буквально 40 минут как минимум роту их увидел, уже опять с 1 мая повыползали ТЦКшники, МВДшники, то есть нацполиция, ГУНП. Опять начали расставлять блокпосты, подъехал, спросил, что вы здесь стоите, а мы типа рота стоит, ну рота не рота, но там общее количество дроты насчитал их, они, оказывается, ловят террористов или там кого-то. Так вон они на востоке, вон в Очеретино их там 40 тысяч этих террористов, так поедьте половите их там. В конце концов, ловят в этом самом, в тылу в Украине и пытаются как-то наполнить карманы, потому что задача основная будет под этот закон именно такая. То есть увеличение штрафов, в основном это сейчас, это великая задача Верховной Рады, увеличить штрафы для того, чтобы вот эти десятки тысяч готовых военнослужащих только в погонах ТЦК, этих МВД, в Нацгвардии и ГУНП болталось под эту задачу. Их не хватает на фронте. Десятки тысяч готовых
Вот их надо сейчас привлечь и поставить в строй. В строй просто не в людь завести, не нацгвардию туда отправить. В строй вооруженные силы Украины. Их надо поставить как раз вот... ТЦКщикам, кстати, никуда бегать не надо. Вот обратитесь к тем, кто стоят рядом с вами, поставьте их в строй и отправьте в 92-ю бригаду, которой не хватает сейчас операторов. Или отправьте в 47-ю, которой не хватает штурмовиков. А это готовые штурмовики. Сейчас выйдите в города, выйдите на улицы и посмотрите эти блокпосты. Да они полностью экипированы. То есть вот именно в такой экипировке вот таких профессионалов не хватает сейчас на фронте. Пане Григоровичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, навіщо Лукашенко будує резиденцію в Сочі? Ну, скорее всего, в Ростове не понравилось ему. У Януковича спросил, они же дружбаны два. В Ростове что-то не понравилось. Больше, наверное, будет его тянет туда ближе к морю, к Сочи. Но проблема будет у Лукашенко. Он все-таки, да, он на один шаг видит, но на два шага не видит. Проблема и в Сочи будет в том числе, когда начнут работать наши дальние средства поражения. И Сочи, и Новороссийск, и все Черноморское побережье России, ну, мягко так скажем, будет под таким неусыпным контролем нашей авиации, дальних средств поражения. Потому ему лучше уже где-то под Пекином. Ну, там, в принципе, там Коленька у него, скорее всего, он же китайский язык у него учит. То есть под Пекином у него Коленька, ну, а сам уже старческие кости попытается где-то греть в районе Сочи. Опять же проблема, второй, он третий шаг не видит. Северный Кавказ, Кавказ как таковой. В ближайшее время там начнется разворачиваться освободительное движение. Мы уже видим некоторые эти ростки, столкновения с российскими ФСБ, с российскими правоохранительными органами, тех сил Северного Кавказа, которые приведут в том числе к освобождению Сочи от россиян. Сочи – это не российский город, это черкесский город. Это тот народ, который в свое время с такими геноцидными механизмами практически размазали по всему миру как раз россияне, черкесы. Это Черкесия. Ну, это потом будем разговаривать, я думаю, уже донские, а это бывшие запорожские казаки, которые сейчас находятся на Доне, на Кубани, вопрос этот порешают. Так, как фактор відходу, ну, тобто, це може бути? Ну, это же есть, я же об этом и говорю. То есть, ну, пусть, да, с сарказмом, конечно, хорошо. Он готовит себе определенный механизм базирования. Вот Янукович в Ростове, а Лукашенко будет сидеть в Сочи. Просто я говорю, что как раз это и Ростов, и Сочи, ну, однозначно не Россия. То есть, поверьте, попомните мое слово лет через 10. Скажіть, будь ласка, які процеси розпочнуться на території Білорусі після перемоги України? После уничтожения российской армии на территории Украины, естественно, белорусский оккупационный режим, а это оккупационный режим, имеется в виду лукашенковский, он инфильтрован российскими войсками, российскими офицерами, и им однозначно придется уходить из Беларуси. Никто Беларуси, белорусский народ на растерзание россиянам не отдаст. Это европейский народ, генетически, ментально. Я как-то говорил, у меня часть крови есть литвинской, белорусской в этом смысле, потому что ветка одна из Ядут, это север Украины, как раз под Белоруссию. То есть это наш народ европейский. Поэтому однозначно любой оккупационный режим будет сметен. Сметен народом Беларуси, есть уже определенное образование, военные, которые сейчас на данный момент на территории Украины воюют с россиянами, они набираются опыта, они увеличиваются в количестве, и белорусский народ против своих же белорусов-освободителей воевать однозначно не будет, наоборот, им поможет. Дональд Трамп говорить про те, що у разі перемоги на виборах буде допомагати Україні. Правду кажуть чи бреше? Ну, вони всі брешуть. Це ж політики, вони ж правду ніколи не говорять. Тобто у них проблема з восприятием правди як такової. 300 раз по кругу пройдут, а правду все равно не скажут. Но хотя то, что у него риторика меняется в последнее время, это такой довольно-таки хороший положительный сигнал. Причем самое интересное, меняется в нужную для нас сторону. Почему?
потому что его восприятие участия Европы в нашей войне с Россией для нас выгодно. Нам европейская помощь намного важнее, чем американская. Ну, в будущем. Вот на данный момент, пока Европа еще толком не запустилась, нам очень важна, конечно, американская помощь. Почему? Потому что у них есть готовое количество снарядов, боеприпасов, техники и так далее и тому подобное. Но на будущее, и здесь вот в этом смысле можно с Трампом согласиться. Он вроде как в негативе говорит, но в негатив он положительный для нас. То есть, ну, грубо как перефразировать Трампа. Европой занимайтесь, европейцы, чего вы тянете нас туда, американцы? Ну, а где он тут не прав? Европейская проблема. Россия – это европейская проблема, по крайней мере, западнее Уральских гор. Это европейская проблема. Восточнее Уральских гор – это уже американская проблема, туда вплоть до Аляски. Потому что от Аляски до России там несколько десятков километров. И это Америка, Россия, они ж через Беринг пролив там друг другу перемигиваются. Потому вот та проблема, это пусть американцы там занимаются, а в Европе должны европейцы заниматься. И сейчас даже вот такое видение, с одной стороны, вроде как негативное, но оно нам даст намного больше плюсов, чем, допустим, опять возврат доминирования американцев над Европой, в том числе и безопасности, то есть в вопросах безопасности. Добре, Роман Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за ваше почуття гумору, за те, що ви щоденно знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах. Роман Григорович, щиро дякую вам.